Всем привет, мои уважаемые подписчики, с вами Славоспец, и в этом видеоролике я вам покажу фрагмент с удаленного стрима, который мне заблокал YouTube за нарушение авторских прав, где мы с 5 миллионов камбэкнули почти 15 миллионов, это было, реально жестко, пацан тут конкретно вспотел, но все-таки вот эти выигранные бабки он через некоторое время их слил. Но бюджет у него был очень огромный. Человеку просто надоела игра, и он решил как бы поиграть в казино. Но я вам хочу посоветовать не играть в казино, не проигрывать свои бабки, ведь казино не является способом заработка, это всего лишь развлечение. 150 раз подумай, чтобы туда идти. Если ты хочешь поиграть со мной, переходи по ссылке в описании в группу ВКонтакте. Пиши туда личное сообщение, я тебе обязательно отвечу, когда у меня будет свободное время. Мальчики и девочки, те, кто еще не играет на самом топовом проекте GTA 5RP, переходите по ссылке в описании, скачивайте лаунчер, заходите в игру. Для комфортной игры на всех проектах GTA 5RP действует самый лучший промокод. Чтобы его ввести, нажимаете F10, нажимаете на шестеренку, нажимаете на промокод, вводите промокод Рунов, сохранить, заходите в подарки, забираете витку на 10 дней, и 12,5 тысяч долларов тебе будет капать до 5 уровня. Еще раз хочу вас попросить, братва, меня смотрит 50% без подписки, пожалуйста, подпишись на канал, поставь свой топовый лайк, напиши свой самый лучший комментарий. Мы идем к 8000 подписчикам. Ладно, братва, пойдемте смотреть видеоролик. Всем, кто кушает, приятного аппетита и всем приятного просмотра. Ну, хоть кто-то, блядь, с охуенной демкой, блядь. Пойдем 41 миллион просрем в казино. Давай сюда от сотки. Заглуши всех в казино через микшер громкости. От сотки, от сотки стол, от сотки, к которому ты первый раз подходил. Сейчас. Только сразу говорю, а то у меня сейчас рука трястись будет. Ты сначала в стол-то попадешь, ебаный в рот, блядь. Сделай 2000 ставку. Быстрее. На 20-ку поставь. На 11. И на 29. До 29. Плюс 7. Понимаешь, потому что у меня рука легкая. Да. Легкая. На 24 поставь. Бля, еще две ставочки, мы отыграемся хотя бы. На 11. Мне за пятерку. И поставь на 35. Че там за нудный голос такой? За пятерку. Вот этот хуй, который за пятерку говорит на строубере, блядь, бегал нахуй. Перекупом, блядь. Плюс еще 7 миллионов. Сюда, ебать? Бля, почему не сразу, а? Поставь сейчас на 11. Поставь на Стаса. На шестерку, кого? На шестерку. И поставь на 24. Так, пока что это камбэк. Я себе. Это 18. Ну, блять, почти Стас нахуй выпал. Сделай, короче, сделай этот демонстрацию экрана просто, да и все. Все сделаем. Если намного проще. Значок громкости. Блять, сейчас тебе числа проебем нахуй. Ебаный стыд, блять. Значок громкости на туре. Правой кнопкой мыши, микшер громкости. Правой кнопкой мыши, да. Микшер громкости и там брейдж мультиплеер. Все. Поставь на 17 сейчас, на 20-ку и на 26. Жми, 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 пока не встанет слово. Да я не знаю, как звук демки отрубать. Сейчас надо, чтобы число залетело. Давай, тумба-юмба, нахуй. Нет, это не то и не то, блядь. Это у нас что, восьмерка, нахуй. Восьмерка упала. Рам, мне что, включать этот микрофон в игре или что? Да тихо, все. Ну 144. Да, сейчас 144. Это все на стриме, 13680. 13680. Ну, теперь уже что-то интересное как будто. Надо сейчас еще пару раз по 2000 угадать и все. Это прям жесткий казик. Нихуя ты там ебашишь, слышь?
Вообще жестко. Поехал за ЛСК сразу, нахуй. Чё за какой стол? За соточку. Сейчас, смотри, будет кружить, нахуй. Странно, блядь. Сделай по 3000. Поставь на 29. Поставь на 11. И на 2-0. Давай сходу 10 мультов. Просто. Давай, пошла. Первый аккаунт у нас. А, блядь, размечтались нахуй. Хуй, блядь. А хороший шанс был нули закрутить, да? Ну, такая прям ебучая анимация. Поставь на 2-0. На 32. И на 23. Наша коза на кабельном. Убирай мышку со стола. Прыгай. О, стой. Давай, папе нахуй. Бля, Слава, ебаный в рот нахуй. Выкнули, блядь. А чё сразу Слава? Вообще-то я тоже здесь есть. 2-0. 2-0. 2-0 поставь. 2-0, 1. И на 32. Ага, хуя нам. А смотри, а сейчас 11 нахуй. А, 5-20 нахуй. А сейчас 0 будет по-любому. Ну, сделай ты еще, проверим. Все. 0 поставь. Все. Да. Никто не ставит нахуй. Да все, что ты слышишь, ты еще поставили лимит, он 5000. Все, иди обналичивай. Ебашево, ебашево. 500 миллионов фишек хуяри. Так а что, нормально, пятерка в плюсе, чем плохо. А мы до этого подсели чуть-чуть. Ну сейчас у тебя сколько получается? Слушай, ну 20, я думаю, мы 20 миллионов. Где-то в нуле, я думаю. Надо было чуть вовремя и уходить. Сколько? Да. Сколько у тебя на руках сейчас? Сейчас мне передадут. 10-260. Не, ну если так, надо просто посмотреть, сколько мы в плюсе или в нуле вообще, я не знаю. Можно посчитать. Сколько у тебя денег? У меня сейчас почти 20-ка, ну 19 есть.